Всех приветствую. Opel Astra GTC. Пробег чуть меньше 40 тысяч километров. Первый раз в гостях у меня данный автомобиль. Какой-то загадочный конструктив на задних тормозных механизмах. Ребята, кто в курсе, напишите, что это такое и для чего это нужно. Достаточно интересная передняя подвеска с необычными рычагами, такие мне еще не попадались. Похоже на маздовскую, но чуть-чуть по-другому сделано. Первое, с чем столкнулся, не могу открутить сливную пробку. Для дураков специально написано 14 ньютон-метров момент затяжки, это 1,4 килограмма. Я уже тяну во всю силу вот таким воротком и не могу ее стронуть. Сделал перерыв. И больше всего меня интересует, откуда здесь практически на новом автомобиле масло. Есть подозрение на сальник передней коленвала, но данное масло идет непосредственно прямо сверху мотора. Начиная от муфт на распредвалах, я чуть попозже вам их покажу. Вот это, видимо, фазорегуляторы, и на них также следы масла. Друзья, если кто в курсе конструктива на Opel, подскажите, откуда это масло берется и что надо сделать, чтобы устранить потеки, то есть либо это какие-то прокладки у нас подтекают, либо еще что-то. В общем, я с Opel, скажем так, не работаю. Попросили позаниматься, ТОшку сделать, потому что в Уфе уже опелевские центры все позакрывались. Поэтому приходится изучать необычный конструктив. Кстати, автомобиль турбовый. Так-то визуально все сделано неплохо, и салон такой достаточно нарядный на автомобиле. Как бы так, внешне-то все красиво, но как обычно на американцах, откуда-то, блин, течет все время, сука, масло. По всей передней лобовине. Друзья, у кого есть мысли, пишите в комментариях. Буду признателен за помощь. Всем спасибо за внимание, всем удачи, а я продолжаю заниматься ТОшкой. Всем счастливо, друзья!